Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Терешкович дралась с любовницей Солнцева, а Гоген разозлился и с психом побил обеих. Мужчину спровоцировали на драку. Разбирательства в семье Солнцева продолжаются на протяжении нескольких лет. Все началось с того, что Гоген влюбился в престарелую Катю Терешкович. А она, как любящая женщина, готовила, убиралась. Но Солнцеву стало мало. Шоумен захотел молодую красавицу. Отправил жену на пластическую операцию. И после этого начались огромные проблемы и измены в семье фриков. Гоген стал ходить на передачу Андрея Малахова «Как себе домой». Зрители уже ждут захватывающие выпуски, как сериал. Все дальше заходили разбирательства Гогена и Кати. Драка с дочерью на программе, бритая голова, драки в ресторане с Гогеном. Видимо, артисту все надоело. И он нашел замену буйной Кате, а ее, в свою очередь, упек в психиатрическую клинику. Терешкович долго там не пробыла. Как только она вышла из учреждения, устроила пикантную фотосессию. Гоген же нашел себе взрослую женщину по имени Лида и свозил ее на отдых. После этого Солнцев повел возлюбленную в ресторан, но пару ждал неприятный сюрприз. Как оказалось, это был любимый ресторан Гогена. И, конечно же, об этом знала Катя. Терешкович, видимо, долго ждала тот момент, чтобы подловить Гогена с любовницей. Как только пара уселась, Катя забежала и с криками набросилась на Лидию. Терешкович дралась с любовницей Солнцева, а Гоген разозлился и с психом побил обеих. Так как девушки обе просили его о помощи, видимо, самому Солнцеву надоели разборки и психи. После того, как он побил женщин, Гоген убежал, даже не оплатив счет. Катя и Лидия в слезах договорились обратиться в полицию, снять побои и обратиться за помощью к Малахову. Как говорится, горе сближает. А что вы думаете о таких отношениях? Как вся вам эта история Гогена Солнцева? Поделитесь своим мнением. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!